священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием «Заменник спасенный» или «Триумф ведьмака». В ролях ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран новиградской сцены Абеляр Ризе. В роли княжны вы увидите выдающуюся актрису, королеву сцены Ирен Ренар. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же главу, ты у чудища злого, а награду я дам на подушках пуховых. Избавлять от чудовищ — моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил, план удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как спицей. Да и гости другие с ним станут биться. Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица, но не брать же мне монстров зятья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод, достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он среди гостей и сейчас меня слышит. Любимая! Долго скрывали мы наши пламенные чувства. Месяцами таили мы страсть и томление. Так довольно секретов. Вот тебе предложение. Сейчас признаюсь в любви и паду на колени. Я согласна, любимый. Согласна, согласна. Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им. Или счастье их древним омрачится проклятьем. Измена! Не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди, он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара. Княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет, я люблю его страстно. Прочь, клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Помните, делает монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы.
Человек ли мой зять или доплер, неважно. Любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража, позовите стражу. Пусть заберет отсюда этого изменника. Эй, вы, слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников в кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро доплер с княжной и свадьбу сыграли, из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут шутки шутят. В комедии даже и Гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука.